Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день. И это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе и в Инстаграме. Все ссылочки в описании. Сегодня 26 июля. Отличная погода. Солнце жарит, как и вчера. Люди купаются, загорают, наслаждаются морем, солнцем, морским ветром. С моря дует, да, легкий ветерок. Небо преимущественно ясное, но вот над морем есть небольшая дымка. Немножко облачков. Водичка не очень прозрачная, честно говоря. Надеемся, что завтра будет лучше. Ночью шел дождь. Море спокойное. Температура воздуха 30 градусов. Воды, я думаю, 25-27. Отличная водичка. Сейчас пойдем купаться. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!